Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Каждый опытный садовод знает, что правильно удобренная грядка с осени – это залог будущего хорошего урожая. Особенно, когда речь заходит о помидорах, ведь томаты требуют не только правильной посадки и внимательного ухода, но и грамотного удобрения почвы с осени. Многие садоводы не заделывают удобрения в почву с осени, объясняя это тем, что подкормят томаты сразу на грядке в следующем году, а зря. Ведь именно осенние удобрения питают землю-матушку. Осенью мы должны восполнить потенциал плодородия, потраченный ею на выращивание урожая, иначе земля через пару лет истощится. Вот несколько правил. Земля на помидорной грядке не должна быть перенасыщена различными удобрениями. Также не допускается высокая кислотность почвы. Итак, начинаем готовить грядку с осени. Почва для томатов должна быть рыхлой, легкой, хорошо пропускать воздух и влагу. Идеальной составляющей для этих целей станет торф плюс песок. Внесите по 2 ведра торфа и пол ведра песка на каждый метр посадки. Затем добавьте 1 ведро перегноя или навоза. Органические удобрения при осеннем внесении разлагаются медленнее, зато процесс обогащения ими гумуса происходит более интенсивно, и это тоже способствует восполнению плодородия почвы. И последним шагом будет внесение минеральных удобрений. Раскидайте по 1 столовой ложке суперфосфата и по 2 столовых ложки калий-магнезии на 1 квадратный метр. Так мы снабдим землю фосфором, калием и кальцием. Если все сделаете по инструкции, будьте уверены, урожай будущего года удастся. Также рекомендуется укрыть пленкой землю с осени, чтобы элементы хуже вымывались весной после снега. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!